Гонки, огонь в прямом смысле. В Техасе спортивный катер загорелся и взорвался прямо во время соревнований. Пламя охватило катер через 4 секунды после старта, когда он разогнался до 418 километров в час. Судно развалилось на кусочки. Гонщик, который управлял катером, чудом выжил. Скотти Ламберт сильно пострадал. Его с тяжелыми травмами увезли в больницу. Дрэг-рейсинг – это гонка на ускорение, весьма популярная. Соревнуются обычно на мотоциклах и автомобилях, но иногда проводят гонки и на воде.